Предотвращение провокаций Армении говорит о мощи вооруженных сил Азербайджана. Азербайджанская армия полностью укомплектована как с точки зрения материально-технической базы, так и арсенала военной техники, оснащена самыми современными вооружениями. Сегодня азербайджанская армия входит в число 50 сильнейших армий мира. Наша армия достигла таких высот в результате решительной и целенаправленной работы общенационального лидера Гейдара Алиева в направлении армейского строительства после 1993 года и большого внимания со стороны президента Ильхама Алиева после 2003 года. Об этом сказал депутат Милли Меджлиса парламента Джавид Османов. Он сообщил, что в период обретения независимости Азербайджаном, особенно в 1992-93 годах, на фоне хаоса и анархии, наша армия была разобщена. Вооруженные группировки служили отдельным лицам, в то время представленным во власти. В результате внутренних раздоров Армения, пользуясь ситуацией, оккупировала 20% наших земель. Но сегодня азербайджанская армия полностью укомплектована, как с точки зрения материально-технической базы, так и арсенала военной техники. Оснащена самым современным вооружением, сказал Османов. Депутат отметил, что среди офицеров и солдат нашей армии царит высокий дух национального патриотизма, воля к победе и стремление освободить наши земли от оккупации. Разумеется, в связи с этим можно провести достаточное количество примеров. Победа азербайджанской армии в 2016 году и освобождение части наших оккупированных земель в результате успешной операции. Очередная победа азербайджанской армии в боях на Нахчеванском направлении в 2018 году и предотвращение провокации Армении в направлении Тавуза в июле этого года. А также другие события из аналогичного ряда. Все это говорит о мощи и силе армии Азербайджана. В ходе совместных учений азербайджанской и турецкой армии в течение последнего месяца мы стали очевидцами высокого уровня боеготовности армии Азербайджана, ее оснащенности современным вооружением, высокого патриотизма и боевого духа, что вызывает у азербайджанского народа чувство гордости, подытожил Джавид Османов. Привет, друзья! Наконец-то я решился открыть свой авторский канал AZ20%. Приглашаю вас подписаться и заранее благодарю. Ссылка на канал в описании к этому ролику. Всем удачи и помните, что вместе мы сила!